Вы только не говорите мне, что вот этот борщевик огроменный, он растет тут не посадка, то есть, да? А что он сам вырос здесь. Не говорите. Я вам не поверю. Потому что его реально очень дохера. Прям вообще сейчас подойдем. Чтобы не касаться его. Но подойти надо как-то так сделать. По веточкам. Вот. Какая же у него высота? Если я под 2 метра, то он 3,5. Вот эти вот штуки. Они высотой от земли 3,5 метра. Вон какой у них толстый стебель. Офигеть, да, какой показать? Вот этот. С ветку березы. Почти. Почти с ветку березы. С огроменную, при том, ветку березы. Офигеть. Какие заросли, да, против света снимаю. Неправильно, вот туда надо. Ой, чуть не упал. Вот, офигеть. Господа. Да, он сам скажет, и вырос, да, тут? Не поверю. Вон как эффективно сеет, смотрите. Действительно. А там, где основной народ ходит, он уже вычищен. Я хочу посмотреть, что там в лесу. Но один автомобиль я уже нашел. Я думаю, хочу второй найти. А в лесу он почему-то не растет. Тени, что ли, не любит. Вот лес. Ни одного борщевика. Зато какой гриб там, смотрите. Охуеть просто, да? Березовый гриб. Вот. Офигеть. Так, аккуратно показываю, да, вот так. Вот. Ну, увидали, короче.